Трамп сыграл в гольф перед встречей с Путиным. Десятки демонстрантов собрались возле гольф-клуба Тёрнбери, которым владеет американский президент, и освистывали Трампа. Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в субботу в своем клубе на западном побережье Шотландии накануне саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters. В бейсболке с надписью «США» во время игры в гольф Трамп махал десятками демонстрантов, которые кричали «Нет, Трамп!». Всего в нескольких десятках метров от пляжа рядом с гольф-клубом Тёрнбери, которым владеет американский президент. Погода прекрасная, и это место невероятное. Завтра я еду в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным, написал Трамп в Твиттер в субботу. По информации ВВС, Трамп покинет Шотландию в воскресенье после обеда и отправится в Финляндию. Напомним, в Белом доме заявили, что встреча с Путиным состоится как запланировано, несмотря на то, что Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году. Лидеры США и РФ встретятся в понедельник, 16 июля, около 13:00 в президентском дворце в Хельсинки. По материалам сайта news.com.